Друзья, всем привет из Питера. Сегодня у нас вторник, 19 июля. Вот, сейчас с вами немного прогуляемся по улочкам Петербурга. Там еще для Зана надо кое-какой материал собрать. Вот, ну и немного так поделюсь с вами новостями из жизни, потому что давно не снимал такое разговорное видео. Ну что, идем гуляем. Так, почему не было видео на прошлой неделе? Почему его было очень и очень мало? Ну, во-первых, я отработал 5 ночей подряд на прошлой неделе, поэтому... Сегодня, кстати, тоже в ночную смену иду. Вот, поэтому, честно, друзья, мне было не до съемок. Вот, поэтому даже когда я там выкладывал видео о том, как борщ готовил, да, у меня такой, знаете, был уставший, грустный, убитый вид. Вот, ну, после этого я отдохнул и начал вообще себя нормально, бодро чувствовать. Вот. Спасибо, кстати, всем, кто оценил видео с борщом, да. Вот, я, кстати, почему так решил снять его еще. Поводом для этого стало то, что видео с сырниками, которое я снимал там сколько-то, несколько недель назад, оно нормально зашло, то есть достаточно много людей посмотрели это видео, много поставили лайки, написали, ну комментариев там мало вообще написали, ну ладно. В общем, видео зашло, поэтому если подобное кому-то интересно, то по возможности я выкладывать буду. Вот, поэтому как-то так. Еще хочу сказать, что мне Дзен подключил монетизацию, да? Вот, то есть там надо для того, чтобы подключить монетизацию, набрать 100 подписчиков. Вот, в принципе, это сделал. Далось мне это с трудом, хочу сказать. Ну, именно ее подключение, заключение договора с Дзеном. Вот, но все-таки подключил. Дзен начал платить копейки, конечно, вообще ни о чем, но... В принципе, я сейчас мало выкладываю, даже можно сказать, меньше, чем на YouTube. Бывает такое, что видео публикую, которое на YouTube, на Дзен в том числе. Вот, бывает, просто пишу статьи там. А вот здесь находится всем известный обменник в Питере. Вот, видите, очередь стоит. Ну, не особо большая, хочу сказать. Вот, недели две назад она была раза в три длиннее, поэтому... Не знаю, либо уже все скупили валюту. Вот. Ну, говорят, что такой приемлемый курс, и купить без проблем там любую можно. И доллары, и евро, и юань. Там, какие-нибудь там, как уж у нас там, чешская крона, польский злотый, в общем, все что угодно. Так, сейчас иду по Пушкинской улице в сторону Невского. Еще, значит, вчера продал 2 стиральные машинки. Бушные. Ну, я же говорил месяц назад, что купил другую. Ну, и хозяйка сказала, эти две можешь продавать. Деньги забирай, короче. Вот. Ну, в принципе, за 3000 продал. Вот. Там у одной не работал этот... Воду не подавала, короче. Зануси и Бико. Вот. У Зануси она, короче, там воду не подавала. У Бико барабан не крутит. И там вообще он какой-то вообще дохлый-дохлый. Вот, выставил в воскресенье на Авито вечером, часов, наверное, 8. Ну, поэтому вот так вот все быстро продал. Очень удобно. Вот, вчера приехали. Сейчас пройду. Вот, вчера приехали двое человек. И купили. Увезли, все сами сделали. Знаете, еще хочу сказать, есть в связи с этим плюс жизни в коммуналке. Вот, о том, что... Я же был на работе вчера, вот, соседка была дома, вот, и я договорился, говорю, ну, мол, пожалуйста, если так можно, вот, приедут, откройте и отдайте. Она говорит, да, конечно, хорошо. Вот так вот, поэтому тоже, знаете, один такой из плюсов жизни в коммуналке, но, опять же, при условии, что если у вас будут нормальные, адекватные соседи. Вот так вот. Так, сейчас я на площади искусств нахожусь. Еще хочу такую тему немного сказать о том, что некоторые люди вот думают, на что лучше снимать, на телефон или на камеру. Мне, честно говоря, вообще
безразлично, да, на что именно снимать, потому что вот некоторые именно парятся, вот, типа, надо купить камеру, надо купить камеру. Мне, в принципе, и на телефон нормально снимать. Конечно, понятно, что на камеру будет это делать намного лучше. Вот, но камеры стоят довольно-таки дороже, поэтому вообще без разницы, на что снимать. Или лучше, на самом деле, телефон покупать себе, ну, с более улучшенной камерой, да, там, где лучше, там, где больше мегапикселей. Вот. Потому что вот эта фронталка, на которой я сейчас снимаю, да, она лучше. Здесь, по-моему, если не ошибаюсь, 5 мегапикселей на фронтальной камере. Хотя вот на прошлых телефонах там фронталка была, по-моему, 2 мегапикселя, что ли. Вот. То есть, если реально хорошую камеру купить, ну, она и стоить прилично будет. Вот. То есть камера какая-то там Panasonic, специально для видеоблога. Вот. То есть, снимать можно в разных ракурсах, но стоит она недешево, хочу сказать вам, то есть где-то там в районе 100 тысяч плюс-минус. Вот. И, кстати, есть канал, да, я уже, кстати, говорил про него, что подписался, Про Метро называется, это московский канал, то есть, ну, в Москве снимают. У них 200 тысяч подписчиков, даже уже, наверное, сейчас больше 200 подписчиков, и все видео сняты на телефон. Вот, поэтому тут, я думаю, в принципе, разницы никакой нету, но каждому свое. Так вот, итальянская улица, наверное, единственная или одна из немногих, где проезжая часть уложена брусчаткой. Вот, обычно такое очень развито, ну, более широко, да, в европейских городах. Ну, вот я говорил, в Выборге улицы в том числе есть такие уложенные брусчаткой. Говорят, что в Калининграде еще такие есть, но в Калининграде я не был. Ну и в остальных городах Европы. Так, друзья, вот видите, на Грибоедова, набережной канала Грибоедова, ростовые куклы. Вообще вот, ну, не подходите. Не подходите, потому что иначе останетесь абсолютно безо всего, без денег. У меня такое ощущение вот было, что этот желтый решил. Вот, видите, к ребеночку подходит, пытается с ребеночком заиграть, чтобы сфотографироваться. Я думал, кстати, он на меня обратил внимание, что я его снимаю. Наверное, не обратил внимания. За фото сдерут денег от и до. Особенно туристов касается. Так, и еще, что касается для туристов, хочу сказать. Вообще ни на что на Невском и вообще в центре Питера, когда будете гулять, не ведитесь. Вот этих ростовых кукол показал. Еще есть гусарочки, о, люди в образе Петра Первого и Екатерины Великой. Простая молодежь, которая вон там спрашивает, не любите ли вы там чай, животных, не знаю чего. И вот, наверное, сзади меня, не знаю, видно вам будет или нет. С голубями стоят, типа тоже предлагают сфотографироваться. Ребята-то денег стоит. Вон, видите, сзади голуби белые. Ребята-то денег стоит, тот и то. Лучше потратьте на что-нибудь, на другое. Эти фотографии, знаете, они, в принципе, особо ярких эмоций не вызывают. Так, спустился в метро, станция Невский проспект, сейчас поеду домой. Еще хочу дополнить, вот люди работают, да, предлагают туда чай, кофе там, сфотографироваться. Представляете, на самом деле, насколько это все тяжело, насколько это все сложно, да? Потому что, условно говоря, да, там может, если кто-то согласится, они там 300 рублей, 500 рублей получат себе. Опять же, да, это... Сколько, не знаю, человек в день должно согласиться, чтобы, ну, более-менее нормально все. Хотя бы там те же самые 2000 заработать, да, за день. Вот. Поэтому не знаю, насколько у них это получается. И ведь люди-то разные бывают на самом деле. Да? Вот тоже я сейчас шел по Невскому, парень подходит. Молодой человек, а вы любите чай? Я говорю, извините, нет. И все. Кто-то может так сказать, ну, а кто-то и тремя буквами послать может. Поэтому как-то так. Вот. В общем, на этом все, друзья. Вот, поделился всеми новостями, да. Сейчас еду домой. Вот, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока.